Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, Дезертир. И мы все еще стоим на этой непонятной помойке и хотим куда-нибудь прокатиться. Давайте это сделаем, чтобы нам было легко и весело. Мы выполним пробег легко, тюнинг. Либо можем заехать куда-нибудь и, собственно, собрать машину. Посмотрим. Команде нужно всем сразу выглядеть хорошо, клевые тачки, клевое вождение. Упс. Так, ну давайте, кстати, посмотрим, нет ли у нее здесь. Окей, мне понравилось. Теперь на время надо поп... Ага, это она про это. Ну и что ты думаешь, Робин? Не знаю. В смысле... Так много новых людей. Сложно судить. Да еще. Эти нарушители на прокачанных тачках. Многих вообще не узнаешь, пока за ними копы не погонятся. Хай, Спайки. Как оно? Эй, слушай. Надеюсь замутить что-нибудь, как в старые времена. Но может как-нибудь встретимся где-нибудь все. У меня никак. Дела срочные. Возвращаюсь в бункер. Надо кое-что доделать. Не, извини, Спайк. У меня планы. Ладно, как хотите. Пока. До связи. Ману в бункер собрался. Тут может быть только одна причина. Ладно, словимся там, друган. А, да, про бункер. Ману любит там торчать. Заброшенное подпольное место. Та еще дыра, но там весело. Чао. Завершите гонку на время с Робин. Да. Отлично, ты знаешь, что делать. Ну да, я знаю, что делать. Надо попробовать показать все, на что я способен. И никуда при этом не врезаться. Ну, например, вот этот кустик кактусовый. Хотя там кактусов не было, но... Кто мне мешает придумать там кактус для себя? Ну почему я не успел проехать там? Обидно. Какой прям поворот был классный. Только на время. Так. Типа кто быстрее доедет, что ли? Так, ну мы пока едем нормально, в принципе. Ну, я надеялся, что я успею проскочить через эту тачку. Надо было, на самом деле, уйти влево, но я решил никуда не уходить. Из-за этого я не проскочил, к сожалению. Мог бы идти вправо, например. Ну, не знаю. В общем, как получилось. Так. 1 минута 44 секунды я должен пройти эту трассу. Зачем я сейчас притормозил, непонятно. Собственно, финиш я пришел быстрее, чем надо. Мог бы прийти еще быстрее, но там уже. В одиночку всех разнес, думаю, пыль не скоро уляжется. Чё-то типа того. А получили мы 20 тысяч. Тюнинг, там нарушение, все дела. 14 уровень, все еще. Мог бы получить больше. На самом-таки деле. Ладно, едем дальше. Меня прям колотит. Не могу остановиться. Встреча в паре кварталов отсюда. Нам тоже наведаться надо. Там увидимся. Окей, думаю и понимаю, что нам вот сюда. И скорее всего здесь будет ролик, я так полагаю. Шикарно. Да, твоя правда. Я ни хрена не знаю про Полу. Это что значит? Хорошо? Слушай, старина, если такой смелый, давай ставки поднимем, а? $4.
дружок. Да ты скоро обанкротишься. С такой игрой тебе нужен план Б. О, Ману, поучился бы лучше у нашего друга. Он языком у нас не мелет, а на ус мотает. Давай. Эй! Так и знал. Как дела? Ну, блин, все. Сколько кофеина ты уже выдал, Спайк? Робин права, сбавляй обороты. Простите, дамы, сейчас совсем не до этого. Думаешь, Магнус добился всего, сбавляя обороты, а? Нет, хотя он не ты. Эй, погодите. Сейчас скажу, точно, мне плевать. Ха! Похоже, нам пора. Телефон далеко не убирай, сегодня будет жарко. Пошли. Это я возьму. Ну, мы побывали в бункере, насколько я мог понять. Так. Там со мной как раз один игрок. Надо посмотреть, что вообще репутация делает. Кем я являюсь? Я являюсь все-таки дрифтером. Больше. Потом идет скорость и нарушение. Так, по событиям здесь, собственно, все так. Мне нужно набрать штрафов на 2500. Повысить мощность своей машины хотя бы до 350 лошадиных сил. Так, встретитесь в бункере. Займите ниже третьего. Ага. Так, проверьте сообщение Спайк скорость. А у меня нет, кстати, сообщения от Спайка. А, нет, есть. Вот так. Наш человек. Давай в Royal Park. Там заезд с ребятами намечается. До связи. Киюшки. Так, карта. Давайте посмотрим, что мы можем сделать в этой серии. У меня 20 штук налика. И, в принципе, я думаю, что мы встретимся в бункере с нашим другом. Либо попробуем погонять откупов, как вариант. Так. Глянь сюда. Учиться тебе учиться, малыш. Ты как меня увидел? Я думал, ты медитируешь. Я представлял себе. Когда медитирую, я сосредоточен, Спайк. А не дрыхну в отключке. Ага, это ты потом за рулем отсыпаешься. Ну да. Только к чему это, м? Ты ж перед гонкой, чтобы сосредоточиться, не валяешься на диване. Нет, ты заряжаешься. Типа, слушай что-нибудь, да? Слушаю. Ну да. На, держи. А, я ж говорю. Ты слышал про Кена Блока, да? Да, опять ты со своим блоком, блин. Матерый тип, сынок. У чувака такие видосы. Его Джимхану уже 100 миллионов раз посмотрели. Это как экшен смотреть, только по-настоящему. Ты, наверное, видел уже, но свежие видосы лишними не бывают. Ссылку тебе отправлю. Считай это как вдохновение. А потом узнаем, кто мужик, а кто нет. Да, так-то. Не ослабляй хватку. Лови. Так.
Еще раз встретились, поболтали. Думаю, надо поехать куда-нибудь в более интересное место и все-таки погонять с кем-нибудь, блин. Так. Давайте выберем какое-нибудь место. Поедем к нему. Именно поедем, потому что езжу я сейчас пока мало. Поэтому поехали, друзья мои, поехали. Тихо. Я сказал тихо. Куда ж тебя так заносит-то? Так, ладно. Это откроется на где-то 23 уровне. Ну, кстати, уже относительно скоро, на самом-таки деле. Надо еще с копами как-то повстречаться. Ой. Кривой немножко дрифт замутил. И машинку починить в идеале. Очень нравится, как машина от бордюра отскакивает. Да ладно. Вроде она не так должна отскакивать немножко. Так. Переезжаем со встречки на нормальную дорогу. Ускоряемся. Сейчас будет, короче, скорость, а потом мы с вами погоним уже дальше. 400 тысяч у нас почти что накопилось крутости. Так, да, шины надо реально поменять, потому что они у меня немножко не под то рассчитаны. Они больше для скоростных утех, скажем так. Выше момент. Так, поглядим. Ну, готовься, чувак. Будь что будет. Мне надо из города дернуть. Что-то копы меня стали доставать. Эй, вы тут, народ? Да, я тут думаю двинуть в Эль-Рей. Может, тогу замучу. Звучит неплохо. Поедешь? Ага, наверное. Проветрюсь. Когда едем? Скоро. Ладно, подготовлю только кое-что. Круто, там увидимся. Ага, давай. Слушай, дружище, чем-то я копов прогневил, так что тебе тоже в Эль-Рей надо. Там подрифтить можно потихой. Ладно, давай. Окей. Думаю, сообразим что-нибудь на эту, так сказать, тему. А ну подвинься немножко, парень. Давай. Молодец. Так, надо что-то намутить интересненькое. Ну и выиграть все-таки спайка, а то он мне достал как-то. Типа, меня еще никто не выигрывал. Я тут типа самый крутой, все дела. Нет, ты ни хрена не самый крутой, но, блин. Эти задания легкие, спайк не такой крутой, как кажется. И просто я тупил в самом начале. Поэтому надо не тупить сейчас и надеяться на лучшее. Чем я, собственно, и планирую заниматься. 18 из 34, 19 из 34, ну и так далее. Полностью вжимаем нитро, гоним на полной. Мы на открытом шоссе, здесь машин нет, все классненько, четко, круто. Вообще люблю ночные гоночки вот эти. Прям класс, нравится. Так, не успел я, на дрифт нажал, а у меня колесо не затормозило. Ладно. Ничего страшного, я думаю, сейчас мы исправим положение. Задрифтим вот тут, например. Ага, задрифтил, мать твою. Вот, вот теперь задрифтил. Иногда просто нажимаешь, собственно, тормоз, а он у тебя не тормозит нифига машины и едет. Прямо. Нет-то из-за шин, я так полагаю. Вот, но, тем не менее, я первый, как бы. А это главное. Ты просто крут, парень, уважуха. Ну да. БДЩ 15 уровень получили. Круто. Так. Ну что ж, задание выполнено, и вот там вот есть тачка новая. Чувак, мой друган Брин потом хотел с тобой попробовать. Просто заезд, ничего такого.
Давай, до связи. Ну, давай, давай. Посмотрим потом на твоего другана, а пока что... Ой. А пока что надо будет заехать как-то... Как бы мне выехать-то сюда, на эти дороги? Вот отсюда, наверное, можно. А, гасики. Действительно можно. О! Под большой-то скоростью как хорошо идет машинка. В дрифт, тихо! Так, здесь пончик надо скрутить. Оп, пончик. Отлично. Я хочу машинки забрать. Точнее, не машинки, а детали. И я так и не понял, что здесь можно сделать. Так, полагаю, у участка... Если проехаться где-то рядом с участком и победокурить немножко, то вскоре за тобой будет гоняться полиция. Ну, насколько я понимаю, конечно. Так, смотрите. У нас здесь есть снимочек. И деталька. Круто. Снимочек сделали. Осталось сделать детальку. Бесплатная деталь номер 16. Так вот это весело. Эй, чувак, это Ману. Ну, дела. Надеюсь, все в норме. Слышал, копы тебя хорошо прессанули. Будь осторожнее. Береги себя. Да и вроде не особо хорошо прессовали. Я даже как-то не заметил этого. Ладно. Пробуем сейчас... раззадорить копов. Мне нужно набрать 2400, насколько я помню. Давайте, надо поврезаться в машины, разбивать знаки. Я так полагаю. Ну, скорее всего, это как-то вызовет копов. Нет? Ну, я бы на такое сагрился. Но эти копы что-то не особо стремятся это делать. Ой, давайте там в аварию попадем, я не знаю, в гражданских. Че-то копы здесь как-то не алё гоняют за нарушителями. Хоть чем тут занимайся. Ладно, вон у нас еще одна скорость. Только перед скоростью мне бы в идеале на заправку вон туда заехать. Чинить машину все-таки. А то мне нравится, когда она целая, а не покоцанная вся такая ужасная. И тут же ее покоцал еще раз. Прям молодец. Все, замечательно. Там, правда, фотать можно. Давайте зафотаем. Пока здесь рядом все равно. Отличненько. Так. Что я хотел? А, ну да, я хотел зеленую гоночку попробовать. Смотреть, собственно, что там такое вообще. И в идеале где-нибудь ментов найти, но что-то пока не получается с ними. Погружение. Ох ты, какие люди! Ну ладно, крутой гонщик, дадим жару! Ну, давай попробуем. Давай попробуем, почему нет? Привет, Брин, чувак! Я так понял, это я тебя подвинул тогда, да? Ну, видимо, да.
Ну, видимо, я его еще раз подвинул. Ладненько. Надо заехать аккуратненько. Я сказал аккуратненько, а не так, как я заехал. Ну да ладно. Пока нитро есть, все нормально. Пока есть нитро, все окейшки. Так. Едем, едем, едем. Далекие края. Интересно. Ну, я так понимаю, что это спринт, и он просто хочет со мной погоняться, и, собственно, ничего особо больше. Так что просто будем ехать и наслаждаться дорогой. Да чтоб тебя, тупое такси, которое выскочило ровно на поворот, тогда же, когда и я. Ладно, осталось 3 пунктика. На спринте. Остался 1 пунктик на спринте. И финиш. Офигеть, ну ты шустрый, круто, очень круто. Ну да. Так, 20 штук получил, все еще 15 левел, скорость здесь в приоритете, плюс немножко тюнинга. Еще бы чуть-чуть! Блин, уже все отмазки перебрал. Хорошо сработал, чувак. Давай. Ну да. Так, ладно. Кстати, вот там можно сделать пончик. Пончик, 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 иди сюда. Отлично. Скушали мы пончик, дорогие друзья. Ну и на этом, я думаю, все. Всем спасибо за внимание и пока-пока, мои дорогие.